Всем привет! Сегодня второй мой день в городе Волгоград. Я сегодня отдыхаю, сходил в барбершоп, подстригся, в спа сходил. Хотел на массаж сходить, но массажистки не было. Ну, в общем, все равно отдохнул и вот к вечеру вышел погулять. Второй день моего путешествия по городу. Волгоград привел меня в речной порт, и здесь есть на 7-м этаже ресторан «Река», с которого открывается вот такой великолепный вид на реку, на часть города, которая здесь находится. Здесь есть парк, и вот там за парком есть еще храм Александра Невского. Такие просторные прям здесь площади большие, и вот на вот этих кораблях можно отправиться, если я не ошибаюсь, в соседние города, типа экскурсии устроить, либо какие-то экскурсионные, прогулочные экскурсии. И на самом деле река очень большая, прям гигантская река. Прогулки по Волге, касса, можно купить прогулочный билет. Ну и также здесь, наверное, и такси есть, речные такси, на которых можно покататься. Видно, они используют солнечные панели. И если я не ошибаюсь, не обязательно сюда ехать на лифте. Можно подняться прямо по лестнице, которая вокруг этого здания проходит. И она все ниже и ниже. Вот здесь еще есть ресторан «Чайка», ресторан «Кавказская кухня» прямо на берегу. Ну, красивое, конечно, место, и именно красота, основная, главное, это вот эти вот масштабы пространства перед этим, перед зданием. То есть, когда вы сидите где-то в городе, вы там в каком-то сжатом таком пространстве замкнутом, а здесь вот прям перед вами такие горизонты открываются очень большие. И у них здесь еще можно вот в таких куполах посидеть. Потому что сейчас сезон мошек, и мне даже все говорят, что типа будут мошки назойливые, не пугайтесь. Там видно, купаются, рыбачат. Очень сильный ветер дует, но это классно. Потому что здесь не кушают мошки, назойливо не надоедают. И можно потихоньку, постепенно вот так вот спуститься все ниже и ниже. До какого-то момента... А, можно все идти, идти. Вот там я сверху начал идти. И я по-прежнему спускаюсь вниз. Вот сюда. А здесь еще, друзья, внутри тоже есть такая лестница, которая идет винтовая. В чем сила? 700 рублей. Винный безлимит. И вот всякие разные здесь картины, во-первых. Во-вторых, 10 тысяч рублей. Это что стоит? Это печать такая интересная. И вы можете спускаться не просто так, а можете спускаться и любоваться. Круто, конечно, это все придумано. Как будто бы по музею вы идете, хотя это обычные какие-то простые рестораны. То есть по центру лифта, а по кругу идет лестница. И вы по этой лестнице идете и любуетесь всякими разными произведениями искусства. Сила мысли. Необходимо мыслить. Эмоциональный интеллект. Сила. А здесь вообще 100 тысяч рублей. Я не знаю, что это стоит здесь, 100 тысяч рублей. Похоже на то, что эти картины стоят. Вот они проектор даже повесили. Музычка тоже играет. Это простая обычная лестница, которая ведет в кафе, в рестораны.
Сила во времени. Я так понимаю, что это выставка посвящена силе. Постоянно идет речь о силе. И вот я спустился, прям с удовольствием это все увидел, посмотрел. Здесь фотографии фронтовые, тоже проектор. Это все транслирует. Причем есть стульчики, вы можете просто прийти с улицы, посидеть здесь, какое-то время провести. Это вот исторические тоже фотографии. Крупнейший речной вокзал России и Европы. В 69-м году начали строить. То есть это, я так понимаю, я сейчас... здесь по части по какой-то речного вокзала, порта. Как будто просто галерея, выставка какая-то. Очень интересное место. Рекомендую вам, друзья. Вот я сейчас спущусь, я приехал сюда на лифте, а спуститься вы можете частично по улице, а частично внутри по вот этой вот галерее выставки. Это речной порт, значит. Теперь я понимаю, почему он такой большой. И вот это вот ресторан «Река», вот как раз где стоят люди, я оттуда зашел, обошел по кругу, спустился и потом внутри по спирали, по лестнице спустился. Спустился очень большое здание, конечно же. А здесь зелень напротив. Очень много зелени, зеленый парк. Сейчас пойдем дальше. Здесь уже все чаще и чаще в больших городах встречаются дорогие машины за 100 тысяч долларов. В обычных провинциальных городках их нет, конечно же. Сегодня здесь воскресенье. Играет оркестр. Выступает и танцуют вот в основном пенсионеры, пришли потанцевать. Душевненько, конечно, так. Вот в этом городе Волгоград, Сталинград, было именно ключевое было такое сражение, переломное. То есть в этом городе немцы сюда наступали, авиация очень сильно наступали, и 200 дней здесь держали этот город. Гитлер никак до последнего не хотел упускать возможность его захватить, не позволял отступать генералам, которые здесь были. Их потом в итоге взяли в плен. И, в общем, около полутора миллионов немцы потеряли здесь солдатов. Это четверть всей немецкой армии. В общем, после того, как русская армия здесь одержала победу, советская армия, они перешли в наступление. То есть именно в этом городе произошел такой поворотный момент, разворотный. Здесь, значит, они отбили атаку немцев и потом пошли уже на Берлин наступать. Именно в этом городе. Друзья, во время войны город был разрушен, и после этого вот здесь есть аллея героев. И вот эти вот здания по краям этой аллеи, это сталинские типичные здания. Они состоят как будто бы из трех этажей, из трех слоев. Основание вот такое вот, как будто бы это какая-то крепость. И дальше легче и легче балкончики пошли. То есть архитекторы, они черпали именно идеи вот с таких вот мест античных. Они хотели, чтобы вот это вот, сейчас мы туда спускаемся обратно, к набережной,
Они хотели, чтобы, когда, допустим, гость города приезжал, он был впечатлен очень вот этим променадом, вот этой вот аллеей героев, где мы только что с вами прошли, и попали именно вот в административные здания, но их так и не достроили. То есть там сейчас у меня за спиной собор Александра Невского, мы чуть позже туда придем. Здесь сейчас на первых этажах всякие разные рестораны, магазинчики. То есть вот этот вот фасад, он раньше, конечно же, был другим. Его либо как-то реконструировали, либо как-то переделали. Тут уже каждый уже по-своему. И что любопытно, что вот этот город, он один из немногих, так как он стоял, и здесь сражения проходили ожесточенные, 200 дней, больше чем полгода здесь воевали люди. И Гитлер бомбил этот город и артиллерией, и авиацией, и вообще всяческими способами он его хотел захватить, но город устоял, и поэтому его перестроили. А вот эти города, которые мы с вами проезжали, Самара, Сызрань, там можно найти Астрахань, это вот в ту сторону я поеду, на Кавказ. Там есть города, которые устояли. Но на самом деле, помимо этого города, еще есть и другие города, которые тоже не смогли захватить. Но вот это вот как раз таки город-герой. Здесь еще также на этой набережной проходят различные концерты, выступления, и люди сюда приходят салют смотреть. А во времена чемпионата мира по футболу здесь располагалась самая крупная фан-зона болельщиков. То есть болельщики приходили сюда российской сборной поболеть. Другими словами, это именно вход в город, парадный вход такой, и там парадная лестница дальше, немного ниже, она была, идея этой парадной лестницы была взята с античных каких-то пирамид ацтеков, то есть также гостей города по задумке архитекторов должен был встречать фонтан дружбы, и там можно увидеть головы, из которых выливается вода. Эти головы тоже были из греческих мифологий взяты архитекторами. Вот они вот, собственно, здесь украсили золотая медаль. А городу-герою была присвоена. И с этой стороны тоже расположен вот такой вот театр. Тоже сталинская архитектура. Основание вот такое вот массивное крепостное снизу, и выше ведут легкие колонны. И любопытно то, что в этом здании находился закрытый клуб, в котором собирались влиятельные богатые купцы. И здесь еще была закрытая библиотека только для членов клуба. И, в общем, здесь принимались решения внегласные, очень важные. Справа от театра мы можем увидеть старые древние люки канализационные. Вот здесь написан город Царица, когда он еще был Царицем. Потом Сталинград. И вот сейчас Волгоград. Так вот, если мы будем смотреть на речной вокзал, то можем найти здесь эти люки. Еще помимо этих люков вы можете найти старую водокачку. Она находится в здании, в другом здании. То есть там здание матрешка, в одном здании, одно здание облицовано еще другим зданием. И, в общем, там была крепость города. Здесь далее, если вы идете по дороге, вы можете заметить памятник памятник мирному населению в Низкой Сталинградской битве. Здесь за один день погибло около 40 тысяч
человек мирного населения. Немцы очень активно бомбили этот город, и было очень много вылетов в один день, и погибло очень много мирного населения, и историки описывают, что в этот день даже Волга горела, то есть разлилось топливо, и из-за того, что все загорелось на воде, даже Волга в этот день горела, и, ну, в общем, это самый страшный день был в истории этого города. Здесь мы с вами можем еще видеть башню танка, и вот написано, что именно здесь линия обороны проходила. И это не просто башня танка, а именно башня танка, которую участвовал в боях, то есть там уже совсем рядом Волга, оттуда наступали немецкие войска, и здесь, прямо перед самой Волгой, несли оборону жители Сталинграда и, собственно, армии тоже непосредственно. На расстоянии 2-3 километров расположены эти башни, и их здесь можно практически по всему городу увидеть. Друзья, я продолжаю движение по площади имени маршала Чуйкова. Я сюда уже приходил вчера, и сегодня тоже решил еще раз сюда вернуться, потому что место завораживающее на самом деле. И что нужно отметить, что маршал вел партизанские бои по 50, малые группы, примерно по 50 человек, советские войска наступали на немцев и иногда даже по канализациям добирались до их скопления и нападали на них. Ночное время суток и так далее. И отбивали то, что те забирали днем. Благодаря вот этой тактике точечной партизанской удалось, собственно, удержать город, и удалось одержать здесь победу. И этот маршал, он прожил долгую жизнь, и он даже разрабатывал методы обороны в Советском Союзе. Ну и потом его похоронили тоже в на Братском кладбище, где мы вчера с вами гуляли. Сталинград был закатом немецкой фашистской армии. Иосиф Сталин, 6 ноября 43 года, Москва. Вот это вот здание разрушенное, это мельница. Это не дом Павлова, это вот рядом с музеем галерея, кстати, которая построена из бетона, который предварительно натянут. Очень интересное сооружение, вот оно на четырех точках стоит, и не так просто его соорудить, не так просто построить. Очень красивое для того времени тем более. То есть это библиотека, это мельница, которая тоже уцелела. И здесь тоже проводились бои. А это фонтан, его здесь не было. Это фонтан, он был создан по рисункам, по фотографиям, то есть, и он символизирует, что вот мирное население, дети играют, а здесь война идет. А дом Павлова находится, собственно, вот здесь вот. Ну, вернее, то, что от него осталось на другой стороне улицы. Это, оказывается, не обломки, не руины города, не руины этого дома, а это стела, которая возведена здесь в память. Мемориальная стена вот построена в честь 40-летия Победы в 85 году. А на самом деле дом, он здесь вот был, на этом месте. И очень много, оказывается, принимало участие в восстановлении города женщины, потому что многие мужчины погибли на фронте, и восстановлением в те времена занимались женщины. Еще нужно отметить, что почти 2 месяца 58 дней держали оборону в этом доме сержант Павлов. И
в подвале были мирные жители. Историки утверждают, что за 38 дней взяли Париж немцы, а в Сталинграде за 38 дней они всего лишь на две улицы продвинулись. Еще видите одну башню танка? Тоже видно, что она принимала участие в боях. И свидетельствует о том, что здесь проходила линия фронта. Вот с левой стороны типичная сталинская застройка. То есть вот можно видеть, как архитекторы брали за основу нижние первые этажи. Это такие крепостные блоки. Сверху легче. И вот самый верхний, чуть ниже этаж, это вот колонны вот такие вот легкие. Честно говоря, удивляюсь. Вот постройки вот эти вот, 70 лет назад их построили. И ни одной трещинки нет, ни одной какой-то, я не знаю, никакого-то дефекта у дома. Вот дом стоит как будто бы новый. Возле Вечного Огня мы с вами можем тоже любопытный памятник видеть. Это тополь. Тополь Победы. После того, как война закончилась, здесь расчищали площадь и обнаружили это деревце маленькое с зелеными листиками, и поняли то, что после бомбардировки оно уцелело, и решили из этого дерева, во-первых, сделать памятник. Здесь такая музыка играет, атмосферная, и, в общем, решили из этого дерево сделать памятник, и плюс ко всему они взяли генетическим образом семена этого дерева и во всех городах России рассадили тоже семена этого тополя, и то есть саженцы этого тополя растут практически во всех городах России сейчас в данный момент. Мы можем видеть храм Александра Невского. И я так понимаю, что правильнее всего начинать знакомство с городом именно с этого места. Здесь еще плюс ко всему у них такая площадь очень большая. Ну, неудивительно, потому что город, население города 2,5 миллиона человек. Это почти столько же, сколько в Алмате, наверное, даже больше. И вот вы прямо спуститесь, мимо Вечного Огня пройдете, увидите тополь, и туда вниз, а потом налево, в сторону галереи, и по набережной вы пройдете до Мамаева кургана. Пожалуй, на этом я знакомство с этим удивительным городом закончу. И, конечно же, безусловно, город меня очень сильно впечатлил и очень сильно удивил. И я всем рекомендую, кто окажется здесь где-то поблизости, рядом с этим городом, его к посещению. Я думаю, 2-3 дня здесь можно провести с удовольствием.